маленькой пристани острова Хачин медленно шел теплоход Байконур. Желтым и красным закат обозначен, воздух прохладен, проветрен, прозрачен. На борт взошел пассажир озабочен. Транспорт озерный посадку закончил, чинно отчалил от острова Хачин и на закат повернул. Четверо старых матерых туристов одновременно покинули пристань. Подвое сели в байдарки и быстро, весла макая то вправо, то влево, двинулись в сторону края небес. Прямо туда, где все ярче алело, где заходящее солнце задело дальнего берега зубчатый лес. Два рыбака в тиши разгуделись ужасно, то погружая рыбацкие снасти, то расставляя на щуку кружки. Там разгорались рыбацкие страсти. Трудолюбиво, серьезно, напрасно долго пытали рыбацкое счастье неразговорчивые мужики. Вширь разворачивалась панорама. Вот теплоход, забирающий вправо, бег свой байдарки, стремящие прямо. Слева вечерние рыбалки программа, ввысь отраженные краски заката, вглубь отражение облачных сфер. В них теплоход, две байдарки и катер Хачин и озеро Селигер. Да. Это Литвак. Прямо программное.